Скажите, а как вы думаете, почему мы стали забывать своих предков? Ну, предков мы забываем за то, что век изменился, наверное. Или как? Я так думаю. Ну, это время просто. И, как бы, не знаю, поколение меняется, время меняется, суета. И невозможно, я думаю, всех помнить. Возможно, недостаточно истории учат. Возможно, потому что они не сильно старались. Ой, ну, даже не скажу. Наверное, сейчас больше стремимся к чему-то, к, не знаю, денежным таким более высотам, чем узнавать историю. Вы знаете, наверное, из-за того, что когда люди уходят, по истечению какого-то времени наша память сама вытесняет воспоминания, которые причиняют нам боль. Поэтому чем дальше время, чем больше времени проходит, тем, наверное, все забывается, и уже как бы человек не вспоминает, а живет дальше. Вот неправильно, наверное, неправильно в школе ориентируют. Вот так, надо детей обязательно. И родители должны рассказывать много. Я очень сожалею, что мне родители рассказывали мало. Вы знаете, тяжело сказать однозначно, потому что как-то я воспринимал это все по той традиции, где воспитан был. И не было такой традиции, значит, помнить. Потом жили своеобразно. Видимо, с этим. Я бы больше это отнес к воспитанию.